В Балашихе сегодня открылась новая поликлиника. Это сразу три корпуса – детское, взрослое отделение и женская консультация. Здесь впервые ведут новую форму диспансеризации, которая позволит пациентам не блуждать из кабинета в кабинет, а пройти обследование в режиме одного окна. Ежедневно помощь здесь смогут получать более 1000 пациентов. Жители, которые здесь уже проживают несколько лет, наконец-то могут вздохнуть, потому что они должны были специально брать отгул или не пропускать рабочий день и ехать в другой конец города для того, чтобы попасть к терапевту или специалисту. Сейчас это все в пешей доступности. Мы через 2 месяца еще одну большую поликлинику здесь открываем.